секунды вот сюда, с Денисом Лебедевым. Вы знаете, Денис говорил в своих последних интервью, я с ним общался вчера, что так как он готов вот на этот раз, еще никогда он не был на таком пике формы. Ну вот там объявляют, как не имеющего поражений Латифа Кайоды. Я вам рассказал о тех двух боях, когда была одна ничья и одно поражение, но они не вошли в официальный список боев Латифа. Поэтому я считаю, что, не знаю, бой может быть тяжелым, но я верю в Дениса. Потому что у Дениса одна из главных черт его, это характер, безусловно. И Денис умеет держать удар, да? Денис имеет огромный опыт. Денис имеет огромную силу удар. Ох, друзья, вы слышите эту реакцию зала? Вы слышите, вот так казанская публика приветствует нашего чемпиона. Честно говоря, такой встречи я еще не помню. Даже в Москве, да, Борис Сергеевич? Да. Такой гром овации. Казань — спортивный город, спортивный. Здесь столько выдающихся команд, столько великолепных спортсменов. И здесь привыкли отдавать болельщики дань своим любимцам. И это здорово. Стив Смугер будет судить этот бой. Он судил бой Дениса Лебедева, когда он встречался с Роем Джонсом, вы помните? Да, я помню. Победил тогда в 11-м раунде нокаутом наш боксер. Итак, первый раунд, друзья. Высокий, длинные руки, как я уже говорил, 198 сантиметров размах. Ему, конечно, нельзя подпускать Дениса. Стоит очень на ударную дистанцию, стоит потому широко. Что, да, стоит широко, вы видите, низко. Ноги, да, как расставлены. Потому что если Денис подойдет и зарядит свою левую пушку, то и Латиф это понимает прекрасно. Я не знаю, но хотелось бы узнать, вообще Денис Лебедев в последнее время готовится в США и в Лос-Анджелесе, а я знаю, Латиф там же живет и готовится. Быть может, они даже спарринговали. Не спарринговали, не может быть, а точно, точно я это знаю. Да, ну да. Вот. Тем более они знакомы друг другу. Действительно, вот те спарринги, которые они проводили в одну из поездок Дениса в США, конечно, они прекрасно изучили друг друга. Отсюда вот такая определенная осторожность в начале боя. Денис сосредоточен, Денис не спешит. Удар в корпус. Сейчас пронет. Нанес Денис Лебедев, очень тяжелый, очень острый. Сильнейшей рукой. Любит Денис бить в корпус. Очень любит бить в корпус, задней рукой, сильной левой. А потом переводит в голову. Такое было часто. И это его одна из самых любимых комбинаций. Левый прямой от Кайоды. Как же низко стоит или сидит Кайода, как правильно сказать. Ну да, широко расставленные ноги, подсаживается. Пытается прессинговать Кайода, но... Но с этим джебом, с дистанцией он пытается работать. Пока больше ничего он не показал, но джеб неплохой. Ударов в корпус от Кайоды.
такое впечатление, что все-таки у судей чуть больше было поводов отдать этот раунд Дениса. Был один удар в туловище, который вы отметили, и один неплохой боковой. Кает такая манера передвижения, немножко судорожно, не обратили внимания. Такой вот, как бы чуть-чуть неуверенно, что ли, я не знаю, как это назвать. Ну, вот такая какая-то нервная, да, нервная, правильное слово. Правый боковой. Очень неприятный для Кайоды. Денис начинает пристреливаться. И назад оттягиваться не стоит. Лучше в сторону. Да, да, лучше в сторону. По прямой не отходить. У Кайоды длинные руки, может догнать и достать. Неплохо. Сократил, ударил. Денис очень внимателен, очень. Очень сосредоточен. Движение и еще раз движение в такой ситуации. Снова попытка ударить по туловищу. Проходит удар. Очень болезненный, очень неприятный удар в корпус. Туда куда-то под сердце, да? Да, под сердце, да. Под сердце, либо в середину солнечного сплетения. Очень неприятный удар. Денис ни одного соперника отправил на силу ринга таким ударом. Ну вот Кайода своей вот этой нервными передвижениями, такими судорожными, немножко, конечно, напрягает. Вот не знаю, что от него ожидать. Хорошо левый снизу, Денис Лебедев. Мне кажется, Денису нужно одно хорошее, да, он... Находит. Одно хорошее попадание. И вот это судорожное движение перерастут в абсолютно нервное. Ушел вниз сейчас Кайода. Очень неплохо от бокового удара Дениса. Ответ правый в корпус от Кайода. Повтор. Неплохая защита со стороны Латифа Кайода. Да. Зрячая такая. Гибкий, пластичный, да? Пластичный, гибкий, длиннорукий боксер. Чуть-чуть не дошел ногами сейчас Денис Лебедев. Удар на встречу левый в корпус. Хорошо. Опять туловище. Мы даже не слышали гонга. Третий раунд, друзья, начинается в нашем бою. Вперед пошел Денис Лебедев. Очередная попытка ударить по корпусу соперника. Причем сильнейшей рукой. И тот, и другой очень внимательны. Они понимают, да, риск, цену каждого удара. Отвечает Латиф. Вы знаете, неплохая скорость у Латифа Кайоды. Да. Да, ничего еще не решено. Ничего еще не понятно. На таких... Занимает и тот, и другой позиционную борьбу. И, наверное, ждет ошибку соперника. Никто не рискует пока. Абсолютно. Никто не бьет в банк. Но...
Хорошо попадает сейчас джебом. Передней рукой достает челюсть соперника Денис. Койота этого не ожидал. Здорово, здорово. Замечательно. Койота понимает, проиграл эпизод, надо отыгрываться. Да, стережет правую руку Койота. Ждет, ждет и готовит. Мне кажется, ждет, готовит. Встречный удар. Да, правый он прям вот затаил и копит энергию в этой руке. И эта поддержка сейчас очень важна для Дениса. Спасибо болельщикам, спасибо Казани. Это великолепно. Снова хороший джеб. На таком ринге хотел боксировать любой боксер. А здесь уже обмен. Да, костер постепенно начинает разгораться, костер боя. Вы знаете, Латиф немножко нагловато начинает себя вести. Ну, вообще такой боксер, вы знаете. Кто-то говорит, что, простите за это слово, пофигист. Но такой характер у человека. Для него больших авторитетов, в принципе, нет. Начал смещать Латиф Койота Дениса. Начал смещать. Это не очень хороший звонок. Надо бы остудить пыл немного. Хорошо ли вы сбоку, Денис, и продолжить? Нужна повторная атака. Но дистанция была длинная. Четвертый раунд, сейчас на общем плане, может, вам не было так видно, уже играя на публику, Латиф шел в центр ринга, так вот, поддергивая плечами, расслабив торс. Денису... Танцующий парень, да? Ну, Денису надо его поставить на место. Он действительно ловит кураж, и если поймает, то может быть опасно. Попытка вывести из себя психологически, Койота показывает всячески, что ничего не чувствует никаких ударов. Да, Батя, ноги, не забывать. А вот Денис в другую бы сторону пойти, туда, за ручку, за переднюю бы. Не под сильную руку, а за переднюю ногу. И сильнейшей рукой. Право, да, встретит, да. Неплохо. Койота немножко уже привык к вот этим ударам с дистанции Дениса, да? Он их ожидает. Передняя рука, уже... хорошая, Денис, хорошая передняя рука. И сдвоить ее нужно. Не правый прямой, правый сбоку, сдвоить. Колоссальная поддержка, мы слышим. Денис Казань ревет и поддерживает россиянина Дениса Лебедева. Денису надо сейчас что-то передернуть чуть-чуть, мне кажется. Я хочу как-то сказать, озадачить соперника. Да, я хочу сказать, Борис Сергеевич, вот такую историю. Сейчас Денис иногда играет в игру Латифа Койоты. Подстраивается под его ритм, под его темп, который выгоден Латифа Койоты. Это нужно поменять. Вот я об этом и говорю. Надо что-то сделать. Надо передернуть, поставить неудобное положение Латифа. Он привык, а еще раз скажу, парень наглый. И он когда ловит кураж, с ним очень трудно будет потом дальше. Давай,
Вот хорошо. Показал левый, правый ударил. Латиф улыбается, значит, почувствовал. Это аксиома. Левый снизу опасно. Это все мимо. Движение, Денис. Нельзя позволять Латифу танцевать в его танец. И вообще танцевать ему не надо этого делать. Нужно навязывать свой бокс, свой стиль, свой рисунок. Хорошо. Раунд номер 5, друзья. Напоминаю, на канале Матч ТВ и боксерский клуб. Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Бой очень напряженный, бой непредсказуемый, бой очень конкурентный. Денис Лебедев защищает свое звание чемпиона в бою против нигерийца Латифа Кайоде. Приспособился, адаптировался к манере. Хорошо. Ой, было неплохо. И продолжает. Ой, как красиво ударил Денис. Надо сбить. Вот такие сбить, нужны, надо вспышки, сбить обязательно. Вспышки такие нужны, да. Хорошо. Еще раз. Кто-то пытается говорить еще с судьей. Но пытался Смугеру сказать, то ли открытая перчатка была, то ли что-то такое. Хорошо попадает снова сильнейший. Правильно. Вовремя Денис почувствовал, что надо что-то сделать. И должен перехватить инициативу снова. Сумел опустить голову. В лоб пришелся удар. Но тем не менее, попадание было точное. Все выпущенные торпеды Денисом пришли в цель. И снова хорошо, левый по кабуку. Хороший раунд у Дениса. Мне уже как-то тревожно становилось немножко на сердце, но вот все эпизоды этого раунда абсолютно в пользу нашего боксера. И он должен, конечно, этим самым поставить на место соперника. Баланс потерял, что Денис немножко отступился. У него это бывает иногда. Бывает, да, конечно. Латиф Кайоде готов, мы это видим. Да. Латиф Кайоде готовился. Ой, вот. Хулиган немного. Дразнит Дениса Лебедева.
предыдущий Денис Лебедев. Выиграл те 3 минуты вчистую. Надо продолжать. Зал включился, да. С такой вот поддержкой нельзя просто проигрывать. Ни в коем случае. Больше активных действий, чуть больше напряжения. Нужно доставать. Хорошо, чашу. Замечательно. Великолепная серия. Вот такой в аритмии действует, да. Денис, и он ловит сейчас на этом соперника. Может быть, не самый сильный удар, но они доходят, да. они делают свое дело. Аккуратнее, осторожно. Длинные руки Кайоды все-таки могут достать вот на такой дистанции. Да, сегодня мы видим, уважаемые телезрители и любители бокса, очень разный по классу, по уровню, по стилю, очень разный бокс. Конечно, фантастический вечер. И по драматизму. Фантастический вечер. Хорошо попадает. Здорово, продолжать надо. Еще больше минуты осталось в шестом раунде. Тревожит. Вот эти удары, которые Кайода пропустил в пятом, и вот сейчас в шестом раунде, они должны сейчас будут сказаться очень скоро. Да, может быть не очень сильно, но точно неожиданно и быстро. Вот что нужно для Дениса. Нужно бить, нужно попадать. Чуть больше тревожит. Ну, аритмично действует, посмотрите. Он берет такие как бы паузы, да, потом Кайоду не может поймать, когда взрыв будет со стороны Лебедя. Здорово, а по туловищу. Да, за локоть, да. Это самый болезненный удар, наверное, в боксе в область печени. Хорошо, молодец, Денис. Кайоду на ногах. Здорово навстречу. Такой острый сухой джеб со смещением в сторону. Хороший раунд. Два раунда подряд Денис провел на хорошем уровне. Вселяет такой оптимизм. Было чуть-чуть тревожно. Преимущество силовых ударов, но это такие сухие цифры, а рисунок боя был другим и в пользу Лебедева последние 2-3 минутки, так что посмотрим. Вот сейчас очень важно, в каком физическом состоянии, да, находится Латиф Кайоды, потому что для него наступает момент Че. Попал Денис! Все пытается апеллировать к судье. Для чего, я не понимаю. Это уже признаки такие, что он сдает. Да, такие психологические качели. Туда-сюда. Нет ни у кого преимущества 100% или подавляющего. И здесь, и там есть опасность. Такой раунд Денис взял небольшую паузу, мне кажется. Потому что в пятом-шестом он был очень хорош. Ну, посмотрите, Денис чуть сбавил, а Кайода осторожен. Не рискует совершенно. Почувствовал.
почувствовал удары Лебедева, поэтому здесь будешь осторожен, конечно же. Удар в голову. Ноги, ноги, Денис. Удар в голову. Да, напряжение, напряжение, напряжение. И Каеду, вы знаете, хорошо держит удар. Успел поднять правую перчатку Каеды. Среагировал на этот боковой удар. Ушел, молодец, хорошо. Как будто заплелись ноги у Латифа Кайода. И он упал. Вот про это он говорит. Скачил, как ошпаренный. 40 секунд до конца раунда. Кинется ли Латиф отыгрываться сейчас? Если кинется, было бы совсем неплохо. У Дениса появится шанс. Денис любит, а на него идут так откровенно. Рано был, на мой взгляд, удар молотка. Он обычно за 10 секунд происходит. Каеда выражает в своем углу недовольство. Да, не передать атмосферу телезрителям, то, что сейчас происходит, то, что мы чувствуем. Это, конечно, да, огромное напряжение. Это фантастика. Мир бокса, Казань делает очень большие шоу. Вот это удар навстречу, левый снизу. Это левый снизу. Денис Лебедев останавливает Латифа Кайоду. Снизу, левый снизу, снова поднимается, снова показывает, что он не в нокдауне. Но Стив Слугер отсчитывает. Мы помним, как пеняли Стива Слугера в том бою Лебедева с Роем Джонсом. Помните, да, помню, что он ошибся и допустил этот. Идет добивать Денис. Попадает слева. Ну еще почти 2 минуты. Попадает снова вскользь. Еще раз удар. Каеда стоит. Вы все видите сами. Все. Рестлер остановил бой. Все правильно. Отличная победа, да? Отстаивает свой титул чемпиона мира. Красивая победа над очень серьезным соперником. Вы слышите, зал приветствует победу нашего боксера. Она так нужна была именно сегодня, да, вот в этот вечер. Когда два таких обидных поражения. Да, и поднять настроение очень тяжелый, да, такой поначалу опасный как бы бой. Александр Лебедев-старший с флагом в центре ринга.
попал, добил. Правила бокса. Денис это продемонстрировал. И вовремя попал в начале раунда. И было время дальше продолжать и продолжать. Честно говоря, после первого нокдауна я думал, что все будет закончено. Он встал почти под счет 9. Денис был готов, как он сказал, да? Вчера, как говорил сразу после того, как вернулся из США, что так, как он готов на этот раз, он еще не был никогда готов. Поначалу так уж хорошо вытерпел все это, да, выждал, не горячился и дождался. Поздравляем город Чехов, поздравляем всю команду Дениса Лебедева. Красивая, убедительная и очень важная победа. Старый Оскол. Конечно же, Старый Оскол, друзья. Там, кстати, открылась школа бокса имени Дениса Лебедева. Это правильно, это очень важно. Россия должна... Замечательно, здорово. Слышите Майкла Баффера, который объявляет, что по-прежнему остается чемпионом Дениса Лебедева. Пояс чемпиона мира WBA, сынову нашего боксера. Он никуда не покидает Россию. Сергею Николаевичу, Андрею Михайловичу. Дмитрий Губерниев уже покинул свое место. Покинул свое место в импровизированной студии и подошел уже с микрофоном к победителю. Внимание, друзья, сейчас слышит нас прямой эфир Матч ТВ, Татнефть-Арена. Добрый вечер, Денис. Денис Лебедев, чемпион мира по боксу. Браво, Денис. Поздравляем тебя с этой победой, еще одной роскошной. Что чувствуешь сейчас и кому ее посвящаешь по традиции? Первый вопрос. Наслаждаюсь победой. Спасибо за поддержку всем. Была проведена очень большая работа. Были избиты несколько пар перчаток, стерто несколько пар кроссовок, много одежды. Но все оказалось... в толк. Спасибо компании «Мир боксов». Нет проблем, тренируемся, спонсируют. Спасибо моим, разрешите всех поблагодарю. Спасибо моим друзьям из Подольска, из Чехова, Сергею Николаевичу, Николаю Борисовичу. Спасибо Владимиру Михайловичу, вице-президенту сборной страны, Андрею Михайловичу. Рябинскому. Рябинскому. Андрей Михайлович, низкий поклон. Все эти люди, которых я назвал, простите, может быть, кого-то не назвал, очень здорово помогли мне в лечении моей мамы. Спасибо большое вам. Низкий поклон. Денис, очень благодарный человек, переполненные трибуны и вся Россия. Такой трудный вечер. Как нужно было настраиваться на этот поединок, когда два соотечественника проиграли, причем так драматично проиграли. К сожалению, да, есть такой момент, но, знаете, слова такие, их все знают. Упал, встал и пошел дальше. У нас такой вид спорта, поражения, они только закаливают. Когда я проиграл Марка Хуку, я сказал себе, что в следующем бою я обязательно выиграю. Поэтому я очень поддерживаю ребят. Сейчас будем поддерживать Александра Поветкина. И я думаю, что победа еще впереди. Мы видели, темнокожий соперник был похож на настоящего неваляшку. Насколько вот вы ожидали или не ожидали, что он окажется таким крепким? Все никак не падал, и судья бой не останавливал, Денис. Я никогда не настраиваюсь на быстрый бой своего противника. Я знал,
это хороший человек в жизни, семьянин, у него есть тоже дети, семья. Мы дружим в Америке, в чем-то он мне помогает, в чем-то я ему, но сегодня мы сказали друг другу, 4 ноября мы не друзья, 5 мы друзья. Спасибо огромное, Денис Лебедев.